И к другим новостям. 11 апреля в Таллине проходил очередной республиканский конкурс хоров мальчиков, в котором наряду с коллективами со всей Эстонии также принимали участие два коллектива Нарвской хоровой школы. Хор мальчиков под руководством Светланы Горюшиной и концертный хор мальчиков и юношей под руководством Михаила Горюшина. Конкурс проходил в 5 категориях, и в 2 из них выступали нарвские мальчишки. В категории «Б» – классический хор мальчиков и юношей – принимали участие 8 коллективов, которые хорошо известны не только во всей Эстонии, но и за ее пределами. В этой номинации первое место занял коллектив из Таллина, второе досталось Ярвама и третье – хору из Вырума. По мнению жюри, выступление концертного хора мальчиков и юношей нарвской хоровой школы запомнилось яркой динамикой, музыкальностью, высоким уровнем вокального мастерства. Жюри в этой категории долго обсуждали, кто будет в призерах. И в такой нелегкой борьбе нашему концертному хору не хватило всего лишь 1 балла до призового места. В категории двухголосных однородных хоров мальчиков выступал младший хор мальчиков под руководством Светланы Горюшиной. Выступление этого хора покорило своей динамикой, эмоциональностью, чистотой интонации не только членов жюри, но и слушателей. В итоге младший хор мальчиков занял 1 место. Это очередной конкурс, который проводит общество, эстонское общество мужского пения, в котором мы заняли престижное 1 место. Мы очень рады этому событию, благодарим всех наших мальчишек, они старались, молодцы, с честью выдержали это событие, потому что, в общем-то, они еще маленькие у нас, 2-3 класс, вот такие малыши. Но спели очень хорошо. Мы их благодарим за это с Михаилом Юрьевичем. И очень довольны этим выступлением. Еще мы благодарим наших дорогих родителей, которые спонсировали нашу поездку на этот конкурс. То есть они поверили в наши возможности и сказали вперед. Из песни. Следует отметить, что с 1998 года в этой категории хор мальчиков постоянно занимает 1 места. И в этом году хор мальчиков в очередной раз подтвердил свое мастерство.